Для протокола, ребята, я хочу сказать, что, между прочим, я начал бухать в Ютубе раньше, чем Парфенов. Друзья мои, видите, здесь елка, здесь бокал, здесь я. Это значит, что, во-первых, ребята, у меня для вас есть еще подарки. Но про подарки потом, а пока давайте-ка слова. Этот видеоблог я запустил ровно 2 года назад. Первое видео вышло в январе, получается, позапрошлого года. 2 года. Блин, чуваки, нас уже почти 100 тысяч человек, 100 тысяч, Карл. Я вообще не мог поверить в жизни, что это станет таким большим делом. При этом, друзья, я сравниваю нашу тусовку с, как это называется, подписчиками других блогеров и понимаю, насколько гораздо больше здесь адекватных людей. У нас же вообще очень мало говна в комментах. Очень много умных разговоров. Сколько остроумных шуток, друзья мои. Прямо спасибо, и вы не представляете, насколько это важно, видеть поддержку такого количества адекватных и умных людей в дело всей твоей жизни. Очень приятно, что дело хорошего звука живет. А позвольте еще немного лирики. Так, Владислав, давай. Я хочу вам показать оператора. Это Влад, человек, благодаря которому техника в этом блоге стала выглядеть как ей положено, а не вот это вот то, что я снимал трясущимися руками. Чин-чин. В общем, друзья, спасибо всем тем, кто смотрит про все это наше аудиофильское безумие. А теперь подарки. Короче, я намутил еще 3 полезные штуки. Ну, как бы наушники мы еще разыгрываем, все нормально, разыграем, все хорошо. Еще 3 штуки, и давайте без этой всей SMM-игрищ, вот просто кидайте, отмечайтесь в комментах, и мы просто случайным образом выберем того, кто что получит. А теперь что? Смотрите. Во-первых, ребята, книга «Макинтош», написанная Кеном Кеслером, это самый злобный английский хай-файный журналист, старый такой упырь прям. Ну, я в будущем. Короче говоря, я вымучивал эти книжки у Макинтоша уже, блин, мне кажется, 3 года. Вымучил 2. Одну, конечно, оставляю себе, вот эту вот. Вау! Вы слышали это? Вот эту распакованную. Вот смотрите, какие там красоты, а, ну просто же разврат. Вау! Короче говоря, а запакованная уйдет кому-то из вас. Вторая крутота, маленькая, но не менее крутая, это головка звукоснимателя Sumico Pearl. Посмотрите, деревянная коробочка. Вау, вау, какие красоты, да? Стоит, кстати говоря, почти 10 тысяч, это звукосниматель, он при этом эллиптическая заточка, то есть это достаточно высокого уровня вещица, ну, на мой взгляд, вообще за эти деньги один из лучших картриджей на рынке. Прелесть в том, что он, в принципе, по своим характеристикам станет даже на самые недорогие проигрыватели и будет крутым апгрейдом, поэтому... И третье еще смешнее, пластинка, ребята, это двойник, выпущенный фирмой Torrens, той самой, которая делает проигрыватели винила. Значит, как видите, все про 60-е, тут сборник типа раннего Биг Бита, Битлы, Роллинг Стоунс, Шэдоус, Клифф Ричард, Эверли Брадерс, короче, все это с хорошим мастерингом и хорошим звуком на 2 пластинках. Тоже разыгрываем. Ну и давайте сделаем так, чтобы кому-то не досталось то, чего он не хотел, вы просто в комментах пишите типа «пластинка», ГЗС, головка звукоснимателя, или книжка. А я потом уже методом случайного выбора выберу из тех, кто сделал заявку на определенный приз. Итоги тоже, я думаю, подведем того же 7 января, что и по наушникам. Кстати говоря, если кто не в Москве, не волнуйтесь, отправлю с деком. Ну и вот, короче, ребята, спасибо вам, что поддерживаете идею качественного звука. Ура, Rode Front, и с Новым годом!